Ну, наконец-то приземлились на эту планету, господи. Двигатели еще не современные, долго летают. Обычная крыша, вот смотрю, там, рядом с домом. Взор в стекло. Кстати, дома делают такие круглые, очень прикольные. Круглый дом называется. Сегодня перегон из Самарской в Оренбургскую область. В общем, двигаемся. Остановились. Остановочка такая технически необходимая. И едем дальше. Вот люди. Какой уютный зал. Так, чемоданная история наша. Почти все принесены. Розеточки так по диагонали, интересно. Традиционная себяшечка. Как же без нее? Чужотую как-то. В чем особенность, когда ты идешь чесом и много-много концертов? Ты не всегда знаешь, где ты находишься. Ну, я понимаю, что я из Самарской переехал в Оренбургскую область, что время поменялось на другое. То есть Екатеринбург показывает там разницу на час и два часа с Москвой. Но ты не понимаешь, где ты находишься, и не успеваешь иногда. То есть слышишь названия, не всегда их воспринимаешь и так далее и тому подобное. Так что где я? Не знаю. Надо спросить. Говорят, где-то там в Европе сейчас электричество экономит. А у нас на каждой елке розетка. Нашел карту местности. Вот. Красота какая. Край такой богатый. Дима, скажи мне, где я нахожусь? Поселок Северный. Северный. А, все, вот. Я же знал. Никому нельзя верить, мне можно. Мне сейчас вот рассказали мой маршрут, путь. То есть я из Оренбургской области, чтобы попасть на следующую площадку, которая находится в Оренбургскую область, нужно проехать через Башкирию. Ну вот. То есть как бы из Оренбургской в Оренбургскую через Башкирию. Ну как бы нормально. 500 километров. Нам куда, никуда заезжать не надо. Мы просто из Оренбургской в Оренбургскую едем. Так видит звукорежиссер нас. Сосед-дачник спрашивает у соседа: слушай, скажи, пожалуйста, а что у вас вчера за праздник был? Все так энергично танцевали. Да дед наш, будь он неладен, улик перевернул, вот мы и от пчелы. Ну все, отработал. Зрителям понравилось, подходили, фотографировались. Это здорово, это прекрасно. Сейчас 500 километров перегон, и завтра бодрый и веселый на сцену. Ночной перегон.